имя Иисусово. Ключ ко всем дарованиям. Открой мне дверь, дабы мне войти в сокровищницу Твою и хвалою от всего сердца восхвалить Тебя за милости Твои, которые были на мне в конце времен, ибо Ты пришел и обновил меня знанием нового века. Восхваляю я, Господи, святое естество Твое, ибо Ты сделал мое естество святилищем сокровенности Твоей и ковчегом таинств Твоих, местом обитания Твоего и святым храмом Божества Твоего, храмом того, кто держит скипетр царствия Твоего, кто управляет всем существующим, кто есть ковчег вечной славы Твоей, обновление для служащих Тебе огненных чинов, путь к познанию Твоему, дверь к дому видений Твоих, совокупность силы Твоей и великой мудрости Иисуса Христа, единородного из чрева Твоего, и остаток, собранный из творения Твоего, как видимого, так и умопостигаемого. О тайна, возвышенная за пределы слова и молчания, вочеловечившаяся, чтобы обновить нас посредством добровольного соединения с плотью. Открой мне путь, по которому я был бы возведен к Твоим тайнам, идя по ясной тропе безмолвия от помышлений мира сего. Собери ум мой в молчание молитвы, и да умолкнут во мне блуждающие помыслы благодаря этой просветленной беседе моления и изумления, исполненного тайн.